Снега нет, а техника в рабочем состоянии и уже готова выехать на очистку города. Об этом сегодня рассказал начальник отдела транспорта исполкома Руслан Ибрагимов. В этом году количество снегоуборочной техники в Набережных Челнах увеличится. Однако ложка дегтя в бочке меда все же есть. Какая именно? Об этом в следующем сюжете. Город к обильным снегопадам готов, говорят чиновники. Только проверки погоды еще не было. В исполкоме уверены, проблем в этом году возникнуть не должно. Техника находится в рабочем состоянии. Планируется, что в случае обильных снегопадов на челнинских улицах будут работать 7-8 колонн. Основное предприятие, которое производит обслуживание муниципальной дорожной уличной сети, это предприятие автомобильных дорог. У нее в наличии на сегодняшний день имеется 150 единиц специализированной дорожной техники. В их числе комбинированные машины, снегоочистители, автогрейдеры, тракторы, экскаваторы. Кроме того, в Челны в этом году доставят и 18 новых единиц техники. Республика выделила лаповый снегопогрузчик, мини-погрузчики, которые необходимы для очистки от снега тротуаров и узких улиц. Но ощущается кадровый дефицит, рабочих не хватает. Предприятием сейчас ведется активная работа по привлечению на зимний период машинистов, механизаторов сельских поселений с Тукаевского района, с Менделеевского, Менделинского, с ближайших сельских поселений. Для них организуют вахту, которая будет привозить и отвозить сотрудников. Поэтому сложности возникнуть не должно, уверен Руслан Ибрагимов. Что касается управляющих компаний, то они уже закупили песок для тротуаров, подписаны документы на вывоз снега. За чистоту на дороге М7 будут отвечать сотрудники Камдорстроя. Эльмира Гайнудинова, Радик Ганеев, Челны-24.